интеллектуально и поэтично этот день предложила провести публичная библиотека всем блондинкам Челябинска. Ведь именно им посвящена эта творческая встреча и даже тематическая выставка книг в рамках проекта «Четвертый четверг. Читают читатели». Мы подготовили выставку под названием «Мои любимые блондинки». Это книги либо о блондинках, либо писателей-блондинок. Мы выбирали самых интересных личностей и прошлой эпохи, и современных тоже. В нашем отделе много книг, мемуаров эпистолярного жанра. Вот одна из таких книг – «Моя жена. Любовь Орлова. Переписка на лезвие ножа». Книга состоит из писем ее мужа Григория Александрова своим близким, друзьям, коллегам. Достаточно редкое издание. «Четыре Че» – это как раз тот проект, в котором участвуют именно читатели. Они читают книги, отрывки из книг, из любимых произведений. Эту тему «Четыре Че» мы решили посвятить блондинкам, потому что 31 числа отмечается Международный день блондинок. Свои любимые произведения здесь читали известные блондинки Челябинска, среди которых поэтесса и автор эссе Наталья Рубинская и профессор Челябинской академии культуры Юлия Гушул. К распространенным шуткам и стереотипам о легкомысленности блондинок они относятся с юмором. Разные ситуации, анекдоты, смешные истории всегда интересно прочитать. Иногда ловишь на мысли, ведь точно. Иногда ловишь на мысли, совсем мы не такие. Конечно, блондинки, но не до такой степени. Ну вот моя учительница, совершенно гениальный человек, Ревекка Германовна Гитлин, с самого начала, с первого курса в музыкальном училище, меня почему-то называла блондинка с темным прошлым. И это было забавно, нисколько не обидно, хотя тоже почвы абсолютно под собой никакой не имела. И все веселились и радовались. Чтение литературы в этот день превратилось в настоящий праздник слова и музыки. Ведь свои лирические стихотворения Наталья Рубинская читала под мелодичный аккомпанемент флейты. Лирика романтическая, лирика сугестивная, лирика места. Достаточно такое все личное, дневниковое, как часто у нас женщин, блондинок бывает. Вот. И поэтому выбор продиктован, ну, сегодняшним днем, скажем так. Он поэт, он посвященный, не король и не валет, любит ультрафиолет в светлых волнах отраженный, чтобы, если плыть по ним, телом луч был осязаем, глазом мир был осязанен, Богом был поэт храним. Так сидели мы поэты по две стороны стола. Я на «вы» его звала. Были мы из разных светов. А Юлия Гушул обратилась к творчеству Андрея Вознесенского. На примере его стихов она представила принцип золотого сечения в литературе. Мне нужна литература для занятия. Золотое сечение языком математики я не объясню студентам, а как золотое сечение проявляется в произведениях искусства, в частности литературы. Вот мне должны подбирать Вознесенского, Гойя, это я прочитала, что это стихотворение, именно на основе использования в поэзии, в поэтическом языке золотого сечения. Я Гойя. Глазницы воронок мне выклевал ворог, слетая на поле ногое. Я горе, я голос войны городов головни на снегу 41-го года. Я голод, я горло повешенной бабы, чье тело, как колокол, было над площадью голой. Я Гойя. Читательский четверг с участием блондинок получился интересным, легким и остроумным. А следующая встреча проекта «4Че» будет посвящена Международному дню туризма.